Так, здравствуйте, уважаемые зрители, трейдеры. Сегодня мы начинаем наш клубный день. Тема клубного дня Flat. Как зарабатывать на боковом тренде на Форекс и бинарных опционах. И у нас в гостях Владимир Чамин. Практикующий трейдер, коуч, специалист по инвестированию, специалист по торговым роботам, который о рынках знает практически все. И не только знает, но и отлично применяет все на практике. Сегодня он вам расскажет, собственно, о флете. Много очень интересной и полезной информации, которую можно практически уже в понедельник применять сразу же на рынке Форекс, на бинарных опционах. Что ж, Владимир, прошу вас, передаю ему слово. Всем добрый вечер, кто в офисе. Кто нас смотрит онлайн, тоже здравствуйте. Спасибо, Кирилл, за такое представление. Откуда вы все знаете? Я даже не знаю это. Но не суть. В двух словах. Так, на начало. Переключусь. В двух словах. Такой дисклеймер определенно, да, потому что мы все с вами взрослые люди, и вы должны понимать, что все, что я буду рассказывать, это чисто мое мнение, и важно фильтровать то, что вы услышите, а то, что вы будете применять. То есть не должно быть такого прямого потока. Соответственно, информация есть, то есть для потомков, для будущего все это сфотографировано. Пару правил, чтобы нам успеть вовремя. Пожалуйста, выключите телефоны, кто смотрит нас в офисе, кто онлайн, тоже создайте для себя такое уютное место, чтобы вас никто не отвлекал, потому что зачастую пропустить одно слово означает пропустить самое важное. Поэтому вот уважьте себя, пусть как бы вселенная потерпит, я думаю. Если вопросы возникают, вы их записываете, в конце будет время, мы с вами пообщаемся, или сразу можете на почту слать cfc@yandex.ru. То есть я все прочитаю, ничего не... лучше даже так, да, лучше туда вопросы направлять. И проявляйте уважение, нас скорее кто онлайн смотрит, потому что чат не резиновый, и зачастую, когда человек что-то не то пишет, просто какие-то важные вопросы могут быть незамеченными. И длительность нашего мероприятия где-то 1.5 часа. Презентация, которую вы сегодня увидите, вам потом будет выслана, можете какие-то пометки делать. И скорее нужно делать, отмечайте то, что вас цепляет сильнее всего. Так, сейчас я чат открою. Кто нас смотрит онлайн, пожалуйста, поставьте знак плюс в чат, чтобы я тоже видел вас. Итак, что вы сегодня узнаете, да, чтобы вы могли заранее понять, какие такие тезисы основные будут раскрыты. Во-первых, принципы построения флетовых систем. Тут какое ключевое слово — принципы, да, то есть если вы знаете, как строить флетовую, вы сможете построить и трендовую. То есть здесь одно без другого не бывает. Во-вторых, я расскажу о книге, она не относится к трейдингу вообще. Очень для меня такая прорывная книга в свое время была, где-то пару месяцев назад. Она позволит вам помочь вам настраивать себя перед трейдингом, перед днем торговым, перед запуском какой-то торговой системы. Это в том числе относится и к инвестированию. Немножко так о психологии поговорим. Четвертое, как проверять торговые системы на устойчивость, потому что самая главная проблема – это подгонка, там overfitting, curve-fitting, как по-разному называются, и порой человек на истории видит одно, в реальности другое. Хотя этого можно избежать. Сэкономить кучу времени, денег, просто что-то кое-что сделав и выкинув эту систему вообще и перейти к поиску другой. То есть это тоже важно. И в качестве примера мы рассмотрим три торговых системы для как бы классики, для постового трейдинга и три системы для бинарных опционов. Вообще по поводу бинарных опционов есть отдельный клубный день, я тоже проводил в конце августа. Если эта тема для вас такая приоритетная, потом пересмотрите. То есть там, может быть, какие-то мысли вдогонку вы увидите. Так, пожалуйста, онлайн. А, все, извините, я просто
Думал, что вопрос. Все, вижу, спасибо. Вот, поэтому вот такие 5 пунктов мы с вами сегодня рассмотрим. Пару вводных таких тезисов. Будем плавно входить в курс дела. Вообще моя задача сегодня дать вам пищу для размышления, а не жевать за вас, пардон. Да? Потому что трейдер, у которого все получается, трейдер, который может независимо думать, независимо принимать решения. К счастью или к сожалению, очень много сейчас различных гуру трейдинга, которые выдают системы за какие-то прописанные истины, но по факту, когда человек начинает применять, он не совсем понимает, что он делает, потому что не всегда человек, который вас обучает, что-то вам дает. Поэтому умейте критически мыслить и не верьте напрямую, что вот когда вам какую-то информацию дают, то всегда отфильтровывайте. Итак, первое, всегда нужно понимать, особенно для новичка, который пришел сюда, почему именно трейдингом вы решили заняться. В мире существует масса профессий, масса бизнесов, которыми можно заниматься помимо трейдинга. То есть почему именно трейдинг? Для себя можете в голове ответить, можете, кто у нас онлайн смотрит, написать в чат. Какая причина? Почему? Что вас сюда привело? Почему бы чем-то другим не заняться? Тем более сейчас цифровой бизнес развивается очень активно, и можно заниматься там рекламой. То есть это не к тому, что там нужно бросать тренинг, просто чтобы вы посмотрели на свою ситуацию и действительно сказали, о, там, не знаю, мне это интересно очень. Я хочу создать свой бизнес, я понимаю, что трейдинг – это бизнес, и там алгоритмические торговые системы позволяют мне это сделать. Я хочу вот, не быть привязан к какому-то месту географически, я хочу ездить. То есть просто вот поразмышляйте. Второе. В тренинге всегда мешает то, что мешает в жизни. То есть если вы торгуете и вы понимаете, что-то у вас не идет, ну, вы не можете по-другому сформулировать, что-то не идет. Подумайте, а что в жизни еще не идет? И чтобы исправить в тренинге, исправьте в жизни. Иногда человек приходит, я спрашиваю, каких результатов ты уже добился в жизни? Я не говорю там зайти на Эверест или нырнуть и затронуть дно Марианской впадины. У каждого своя какая-то цель, свое достижение. Кто-то закончил вуз к разным дипломам, он этим гордится, это здорово. То есть для него это является результатом. То есть есть у него некая модель постановки достижения цели. Для кого-то это быть тренером там, по футболу, и что его команда там стала победителем. Это у каждого свое. Если человек говорит, да что, мне нечем гордиться, я сразу понимаю, что у него немножко занижена самооценка, и, скорее всего, в тренинге, как он себя будет вести. Получил убыток, начинает себя корить. Ах, я там такой-сякой. Соответственно, что это означает? Он не может идти дальше вперед. Он, скорее всего, будет менять стратегии, как перчатки. И иногда я ему могу вот это проговорить, сказать, что я, конечно, не оракул, но у меня ощущение, что может быть вот так. Поэтому и смотрю на реакцию. Поэтому если все отлично в тренинге, отлично, молодцы. Если что-то мешает, это, опять же, не нужно оценивать негативно никогда. Я, конечно, сейчас, может быть, так не совсем логично выражаюсь. Нас не научили себя поддерживать. Да? Вот самооценка зачастую, смотришь на человека, но она вот ниже плинтуса. А нужно наоборот. Если не получается, говорит, да ё-моё, я молодец в любом случае. Да, мне получается, я сейчас буду больше учиться, больше тестировать, контролировать и пойду дальше. Зачастую, и раньше тоже был грешен, получил убыток. Да, какой я там сякой, чё ж у меня не получилось, у меня руки-то такие кривые. То есть сама по себе фраза жуткое. Поэтому поймите, что в трейдинге очень... Тут какой-то вопрос сейчас. В трейдинге очень важно понимать, что... Ну, вы получаете удовольствие. Один из критериев того, что я делал все правильно, это получаю удовольствие. Как, в принципе, на работе, в бизнесе. Если постоянный стресс, то, скорее всего, что-то нужно менять. Так, вопрос. Не совсем понял, что значит в вашем понятии трейдинг не сидеть на одном месте, а ездить. Вопрос, куда ездить, если вы занимаетесь трейдингом? Михаил, я не понял ваш вопрос, честно. Перефразируйте. В торговой системе должна быть некая идея. Допустим, если мы говорим о флете, есть идея. Цена всегда возвращается к среднему. Я не думаю, что кто-то со мной поспорит. Она всегда вернется к среднему, рано или поздно. И если человек торгует, у него какой-то подход, и он не может его объяснить вот так как бы четко, там нет идеи, то, скорее всего, он как-то заблуждается. То есть если вы не можете логично объяснить, как вы торгуете, скорее всего, это не совсем истина. Вот, поэтому это мои слова, сказаны 5 минут назад.
Ну, потом видеозаписи я пересмотрю, честно говоря, сейчас. Давайте идем дальше. Поэтому то же самое, если в торговле, если мы торгуем по трендам, что цена всегда будет отклоняться от среднего. Как и возвращаться, так и отклоняться. Если вы торгуете по циклам каким-то, это есть ваша идея. Немножко как бы расплывчатый такой подход, но вот просто поймите, есть ли у меня вот эта идея, какая-то основанная на этом. Успешный трейдер, опять же, в моем понимании, это технологичный трейдер. Сейчас такое время, когда частный трейдер, частный инвестор может сравниться по функциональности, может быть, с какими-то управляющими фондами, вернее, инвестиционными компаниями, управляющими компаниями лет 10 назад. Сейчас вы можете создавать торговые системы, допустим, за 10 минут можете создать 10, 100 торговых систем. Причем они могут быть одновременно и протестированы. Вот сегодня я покажу как бы системы, которые были так и созданы. То есть я не программист, и есть как бы программное обеспечение, сервисы, которые позволяют частному трейдеру это делать. То же самое можно сделать так, чтобы ваши торговые системы сами отключались, если условия торговли, их торговли стали плохими. И для этого не нужно постоянно сидеть возле компьютера. Поэтому что такое технологии, тоже мы сегодня поговорим. И последнее, further, то есть по-английски дальше. А что дальше? То есть вот вы научились торговать, у вас есть результат, что дальше? Причем желательно об этом подумать прямо сейчас, то есть какие у вас есть цели. Либо вы хотите управлять только собственным капиталом, либо хотите управлять капиталом вашей семьи, или вы хотите создать PAM-счет, либо вы хотите продавать ваши торговые сигналы, или вы хотите потом еще и обучать этому. То есть постоянно должно быть развитие, потому что если вы остановились, у вас нет вот этого дальше, то, скорее всего, что-то не то. То есть вы не совсем понимаете, куда вы пришли. Может, в перспективе создания управляющей компании, может быть, открытие хедж-фонда. Сейчас все можно. Вопрос ресурсов. То есть это и знания, информация, деньги, но это зависит именно от вас, хотите вы этого или нет. Для кого-то это управление своим капиталом, его развитие, заработок определенный и прочее, прочее. Поэтому вот, подводя итог вот этого слайда, я хочу, чтобы вы именно понимали, почему вы решили заняться трейдингом. Поскольку есть разные бизнесы, вы должны понимать, что вы действительно получаете удовольствие от всего процесса и стремитесь к тому, чтобы заниматься делами, которые связаны с заработком денег. То есть мы сейчас к этому будем переходить. Так, в чате. Андрей, не тешьте себя иллюзиями, что вы будете путешествовать, торговать. Это нереально даже при наличии связи. Но видите, у Михаила какая установка. То есть это означает, что то есть человек уже. То есть он даже не понимает, что... А давайте попробуем. Он сразу... Поэтому Михаил. Вот, Андрей пишет, что тренинг не привязывает человека к конкретному месту. Про это речь шла. Да? Спасибо, Андрей, большое. Итак, как раз про книгу, о которой я говорю. Да? То есть наверняка вы слышали, что психология, по сути, определяет то, насколько человек будет адекватно воспринимать его результаты. Она не говорит, что он будет суперуспешен. Но, по крайней мере, человек... То есть если у человека задача получать 20% годовых в среднем там, в валюте, и он понимает, что у него есть какие-то системы, которые могут дать ему это. То есть он объективно понимает, что они могут. Не факт, что дадут, но есть высокая вероятность этого. Но вот мы сейчас поговорим, как настраивать себя. И я расскажу о себе немножко. Итак, эта книга называется «Чек-лист». Кто онлайн читал эту книжку, поставьте цифру 1. Книга написана хирургом американским. Вначале ее жутко читать, потому что он описывает, то есть проблематика какая раньше в США, ну и как бы повсеместно во всем мире, очень была высока вероятность врачебных ошибок. Да, то есть понятно, что операция – это очень сложная такая процедура. Если в одном месте была какая-то ошибка, то все шло на смарку. И вот этот человек начал изучать, поскольку сам хирург, для него это была актуальная проблема, он начал идти вперед, изучать, и он повсеместно, даже как это, во Всемирной организации здравоохранения стал внедрять эти чек-листы, которые сократили просто кардинально, то есть очень сильно сократили количество ошибок. То же самое в авиации. Да, раньше самолеты были примитивные, такой проблемы особо не было. Когда Boeing собрал свои первые самолеты, оказалось, что один человек не способен быстро научиться и летать. Слишком сложная система.
И стали тоже внедрять, смотреть. И сейчас у летчиков есть специальные чек-листы. Они, конечно, есть и в печатном виде, есть в электронном виде. Когда какая-то внештатная ситуация, моментально выходит чек-лист, и они знают, что делать. В контексте трейдинга. Как вы знаете, вот сколько, какой процент людей, ну, давайте так, теряют свой депозит в течение первого квартала? То есть, ну, такая большая, да? Давайте сравним это с некой вот проблемой, как в медицине, что очень большой процент ошибок, да, врачебных, здесь то же самое. Так вот, чек-листы позволяют, во-первых, заранее быть готовым к самым важным вещам. Во-вторых, когда вы торгуете, вы с ними соотносите. Потому что когда новичок начинает торговать, и у него пошла череда убыточных сделок, это то же самое для летчика, что какая-то там, не знаю, турбулентность началась. И чек-лист позволяет вам быть в таком фокусе своеобразном. Поэтому я рекомендую вам эту книжку скачать, купить. Она такая, очень интересная для раздумий. И из нее я дам самую выжимку, да. Потом покажу пример своего чек-листа. Конечно, он не идеальный, но он мне помогает. В этом чек-листе должно быть 5-9 пунктов. То есть он не должен быть большим, потому что чем больше, тем сложнее. И вообще мозг так устроен, что он берет в среднем какое-то значение небольшое. Вот для этой вещи 5-9 пунктов самое то. Должна быть четкость и ясность, но для вас. Я вам покажу свой чек-лист, вы можете его не понять. Но когда я на него смотрю, мне сразу все понятно, что мне нужно, что для меня важно. В нем должно быть то, что нельзя не делать. Вот такая вот хитрая фраза. То есть то, что вы не сделаете, приведет к какому-то нехорошему последствию. Ну, понятно, что это связано с риск-менеджментом, может быть, с какими-то правилами, может быть, с техническими проблемами, да, то есть вот просто начинать немножко так об этом задумываться. И очень важно по возможности привлекать, там, если вы где-то обучаетесь, привлеките его в плане, вот, то есть задайте ему вопрос, а что вот вы бы хотели включить в чек-лист? То есть для того, чтобы, когда человек торгует, он четко понимал, что вот это нужно обязательно сделать. Просто пообщаться не означает, что он действительно что-то вам полезное добавит, но вы еще одну точку зрения увидите. Это вот такой список, во-первых, состояние адекватное. Что означает? Да, я могу, допустим, там захворать, но я при этом буду торговать. Но я отдаю себе в этом отчет. Это не означает, что если человек болен, нужно сразу не торговать. Но кто-то может так и сделать. То есть я это воспринимаю. То есть для меня это не, ну, как бы такая обратная связь. Там, да, я себя нехорошо чувствую, но при этом я делаю осознанный выбор торговать. Торговая система, понятно, протестирована и уязвима. Первые два, я думаю, прозрачно, что такое уязвимо. Я ни разу не встречал человека, который жил 300 лет. То же самое, я ни разу не видел систему, которая вечно давала прибыль. Поэтому, если у вас есть торговая система, знайте о ее уязвимости, естественно, если она начинает ее проявлять. Ну, предположим, если по тестированию, по стресс-тестам максимальная просадка была 40%, вы задали для себя уровень 50%, и вы получили эту просадку, ну, отключайте ее. Но это важно еще до того, как вы начнете торговать. То есть я знаю вот этот уровень отключения. Да. Капитал. Если человек пришел в трейдинг из-за нужды в деньгах, это очень-очень уязвимая ситуация. Это как в переговорах, да, если две стороны, одна очень сильно заинтересована в конкретном как бы ситуации. Если вторая знает, она начнет ее манипулировать. Да, если человек в пустыне, он хочет пить, а у меня есть вода, ну, не совсем выгодная ситуация для второго человека. Если, допустим, кто-то нехороший человек с ним поступает в переговоры. Поэтому капитал должен быть таким, чтобы он давал некую свободу. То есть, да, допустим, есть условно 10 тысяч долларов, я понимаю, что это всего лишь там 5% от моего капитала. Ну, какое-то соотношение будет ваше индивидуально, но вы должны понять, что капитал здесь тоже очень важен. Техника. Программное обеспечение, то есть операционная система обновлена, MetaTrader обновлен, если какое-то дополнительное программное обеспечение обновлено, есть бэкап и прочее, прочее. То есть это нужно понимать, потому что иногда человек начинает торговать, и в самый неподходящий момент у него там что-то перезагружается, и, как известно, Windows там может 3 часа устанавливать обновление. Ну, извините, у вас там позиция, вы ее открыли, забыли выставить стоп-лосс, а у вас что-то перезагрузилось, и обновление на 3 часа. Поэтому, когда вы начинаете торговать, особенно кто торгует вручную, как, может быть, скальпингом чем-то занимается, вы должны заранее все это обновить.
Потому что, ладно терять, когда какие-то там движения на рынке естественные, неестественные, но когда вы теряете из-за того, что у вас там такая ситуация произошла, ну, это неправильно, считаю. Со связью то же самое. Это может быть стационарное, это может быть мобильное, и вот трехдневный тест, это просто история была давно-давно. Клиент пришел такой весь в запале, что случилось? Да вот 3 дня не было интернета, там гроза и прочее, я выставил сделку, забыл стоп-лосс выставить. Что делать? Я говорю, ну, не помню, заходи там, зашел к себе на компьютер, ну и заплакал. Потому что там денег у него не осталось. То есть вы должны понимать, что если что-то происходит, вы к этому либо готовы, либо не готовы. То есть, как бы, ну, третьего получается не дано. Если вы знали заранее, но не сделали, вы не готовы. То есть знать, как это, знать и делать совершенно разные вещи. Поэтому об этом тоже нужно думать. Шестая цель. Да? Так, и вопрос в чем? В метатрейдере обновление, его автомат, ну, не автоматом, он предлагает перезагрузить. Остановит ли это работу робота? Нет. Только если вы вручную подтвердите, да. То есть там окошко-то оно будет, но оно принудительно это не делает. Так, в чате у нас тут такая дискуссия насчет... Ох, весело. Ладно. Михаил, главное помните про уважение. И седьмое, шестое, цель. То есть цель, либо это цель на торговый день, либо цель на месяц. То есть вы должны понимать, допустим, если вы, вот начинается год, чисто календарный, и вы, допустим, устанавливаете цель на год. То есть вы должны при торговле в течение дня, в течение месяца понимать, то есть у вас цель должна быть более такая долгосрочная, нежели текущая. То есть если у меня цель там 20% в валюте в течение года, естественно, я каждую сделку совершаю, исходя из этой глобальной цели. То есть у меня должно быть понятно. То есть, потому что вообще, если немножко в сторону отойти, ключевой документ, так, назовем так, документ – это личный финансовый план. Ну или индивидуальный финансовый план. То есть это, по сути, документ, который учитывает ваши доходы, расходы, активы, пассивы и финансовые цели. Он объединяет, и он показывает, в частности, какая доходность по портфелю вам подходит. То есть если у меня написано, что 20 годовых валюте и при этом все финансовые цели там, в сроке там, 10-12 лет все сходятся, мне нет смысла рисковать и искать активы со 100% доходностью, поскольку чем выше доходность, тем выше риск, нужно это понимать, ну чаще всего. Поэтому вот личный финансовый план позволяет, как сказать, тоже держаться дисциплинированно, поскольку оттуда мы берем уже доходности, как это, в плане трейдинга. Михаил, я вас прошу уважать, в том числе меня. Вы можете не слушать, вы можете отключиться. Спасибо. И седьмое, награда. То есть, когда вы торгуете, важно понимать, как я могу себя, предположим, наградить. То есть, если я выполню все правила, помимо того, что я могу получить результат, что я могу сделать? Что я могу себе купить? Что я могу, куда могу сходить? То есть, важно тоже это, опять же, это мой план. Да? То есть, вы можете по-своему это сделать, просто прочитать эту книжку и сделайте свой план. Поэтому чек-лист, во-первых, это инструмент, который держит в тонусе во время тренинга, но также важен, он позволяет как бы подготавливаться. То есть, вы знаете, что все самое важное у вас на одном листке бумаги. И ничего как бы не утаяно. Вот, идем дальше. Поговорим об определении. Дайте, пожалуйста, определение флета. Вот ваше. Кто онлайн смотрит, тоже, пожалуйста, напишите, как бы вы дали определение, ну, бокового тренда флета. Волатильность на рынке падает, есть границы, за которые цена не уходит. Визуально. Так. Каждый последующий максимум. Не, просто мне важно, как бы, ваше мнение. Онлайн тоже подключаетесь. Я дам тоже свое определение. Оно такое какое-то немножко странновато, может быть. Флет, когда цена возвращается к среднему.
То есть в рамках тренда даже может быть участок возврата к среднему. Для меня это флэт. И тренд — это когда цена отклоняется от среднего. Хорошо, что вы дали определение. Мы сейчас просто, когда будем рассматривать торговые системы, вы как раз это увидите. Там очень интересно будет видно сочетание индикаторов, входов и выходов. И вы увидите, что такое возврат к среднему и почему, допустим, в флэте, то есть может быть подряд там 10-20 прибыльных сделок. Да, когда флэт такой, как сказать, затяжной. То есть это очень интересно наблюдать во время тестирования, и это очень интересно наблюдать, когда вы реально торгуете. То есть это иногда очень странно так выглядит. Вошли прибыль, потому что цена идет, и сразу понимаешь, как бы, почему флетовые системы желательно, чтобы были в портфеле. Это психологически комфортно за этим наблюдать. Хорошо. Нет у него определения, вот самый лучший ответ. Да, то есть и просто графически, да, вот нарисовал в Paint, по сути, черная цена, красная — это его среднее скользящее, ну, среднее значение, да, среднее скользящее. То есть и торговля во флете что такое? Как только происходит отклонение на какое-то расстояние, для нас это является сигналом к тому, что, скорее всего, цена может вернуться к этому. Да, и там где-то можно искать точки на вход, то есть в противоход. Все мы знаем, что флет статистически кто-то там просто об этом говорит, кто-то там это анализирует, что он занимает большую часть времени. И, по сути, трендовые движения — это переход от одного флета к другому. Соответственно, к чему это клоню, что слабое место флета — это вот эти трендовые движения. Да, и важно ограничивать эти убытки. Чаще всего это стоп-лосс. То есть он жестко, четко и однозначно говорит нам, что сейчас цена возвращаться не хочет. По крайней мере, согласно нашим правилам. Структура флетовой торговой системы. Да, поскольку флет, да, когда цена возвращается, ну, отклоняясь, возвращается, вернее, отклонившись, вход будет осуществляться, когда произошло это отклонение. Его можно зафиксировать с помощью лент Боллинджера, да, с помощью его коллеги envelopes, конверты, кто знает, что такое каналы Дончиана, с помощью каналов Дончиана это можно делать. По сути, это все три индикатора очень похожи, да, у них есть отличия в построении, но по факту чем-то они напоминают. Или сама по себе среднескользящая. Вообще, по поводу построения торговых систем, чем проще она, тем она, во-первых, более понятна и проще научиться, тем она надежнее, как вот автомат Калашникова. То есть я сегодня покажу торговую систему, где только среднескользящая. То есть там нет никаких больше индикаторов, и достаточно интересные сигналы формируются. Выход – это возврат к средней. То есть когда она вернулась, для нас означает, что все, цель достигнута. Самое простое – это пересечение цены, то есть когда цена вернулась к средней. Коснулась, пересекла, то есть отклонилась, коснулась. Я здесь не стал указывать, что сигналом о том, что цена вернулась к средней, может изменяться угол наклона средней. Но мы пока оставим это. Вот, поэтому, в принципе, давайте будем переходить к правилам. Но для начала расскажу как раз про проверку торговых систем. Когда вы, представим, да, что мы выбрали среднюю скользящую. То есть у нас будет одна средняя скользящая для генерации как входа в позицию и для выхода. То есть простая средняя, допустим, с периодом 14 на каком-то таймфрейме, там дневной, предположим, на евро-долларе. У нас есть система, мы подобрали параметры, у нас есть хорошая equity. Я не буду рассказывать про бэк-тест, форвард-тест, то есть об этом все знают. Я хочу рассказать про метод уже такого стрессового тестирования, стресс-теста, который не так часто я вижу, слышу о нем от тех, кто рассказывает о трейдинге. Они больше фокусируются на каких-то точках входа-выхода, причем не всегда там есть какая-то системность, там скорее какое-то вот мнение конкретного человека. Но важно понимать, что когда вы протестировали систему, важно понять вообще, что это всего лишь участок прошлого, которое в будущем, вряд ли повторится. А представьте, вот какой был бы результат, если вы пропускали, из 100 сделок 5 штук случайно. Забыли открыть,
забыли закрыть. А какой был бы результат, если бы спред увеличился там с вероятностью 2% в два раза? Спред плавающий, мало ли, вдруг. А что, если мы в вашем индикаторе, вот у вас там значение, предположим, 14, а мы сделаем 15? То есть мы зачастую очень сильно держимся за красивую кривую, думаем, что «О, ну наконец, я так долго тебя ждал, вот мы сейчас будем с тобой торговать». Я за то, чтобы вот эту кривую так растрясти, то есть протестировать систему в самых неблагоприятных условиях и посмотреть, что же останется. Для этого как раз существуют методы стресс-тестирования. Вот это скриншот одного из сервисов. Просто проговорю, опять же, у вас это будет презентация потом. Есть три блока. Market Variations, то есть когда мы меняем параметры цены. Потом Execution Problems, то есть проблемы в исполнении. Ну, это, допустим, Market Variations, это мы меняем цены чуть-чуть. У каждого бара 4 цены, и мы можем каждую цену чуть-чуть поменять. Не немножко. То же самое можем изменить спред. Не немножко. В рамках, допустим, если у брокера там знаем, что бывают всплески, а давайте посмотрим, что будет, если. Execution problems – это проблемы с исполнением. Это проскальзывание, это скрытие сделок. Если у нас, допустим, торгует робот на ВПС, вдруг ВПС схлопнулся, и робот пропустил ряд сделок. Что будет, если? И strategy variations, когда мы берем параметры стратегии и меняем эти значения. Потому что если у нас есть среднее с периодом 14, давайте посмотрим, что будет, если будет не 14, а 13, а 5, а 20. С теми же самыми правилами входа, но с разными параметрами. И последнее, randomized backtest starting bar. То есть зачастую, как люди тестируют в MetaTrader, с какого-то начального бара, с начала месяца. Это может быть 1 января, это может быть 1 марта. И видим, что иногда такая красивая кривая. Но если бы мы стартовали чуть попозже, там через 2 недели, мы увидели, что все было не так прозрачно. Поэтому нужно менять и начальный бар. То есть день, когда мы начинаем тестировать. Когда происходит стресс-тестирование, то по сути формируется некий пучок equity. Ну, то есть как раз мы меняем. Вот, в одном случае изменили спред. В другом случае там что-то скрыли сделки с какой-то вероятностью. И первоначальная кривая, она всего лишь где-то здесь одна, которая нам очень сильно нравилась. Она вот расширяется. И мы уже видим, что было бы, если бы. Понятно, что все это тоже тестирование. Понятно, что прошлое не гарантирует будущее и прочее. Но зато мы знаем, что если вдруг что-то изменится, то есть это проверка на устойчивой системе к изменениям будущего. Мы знаем, что наша система может проглотить повышение спреда. Мы знаем, что наша система может проглотить то, что какие-то сделки будут пропущены. При этом пропущены в том числе как самые прибыльные могут быть сделки и убыточные. И при этом что-то остается. Потому что бывают примеры, я сегодня одну систему вам покажу. Она очень наглядная, когда по сути все эквити выезжают на одной сделке. Хотя вроде со стороны не особо-то и видно. Поэтому стресс-тест, он так оголяет провода, и зачастую человек, глядя на это, он думает, а я хотел же тебе денег дать. Это то же самое, что вот в жизни мы же не ведемся странно. Мы не, допустим, всегда говорю такой странный пример. Вот вам нужно из офиса передать деньги родственнику в другую область. 10 тысяч долларов. Вы же не будете себя вести, что, слушай, там, остановите первовстречного, дадите 10 тысяч долларов, скажете, слушай, отвези. Это абсурд. Но почему-то в трейдинге мы так себя и ведем. Мы даем деньги незнакомцу. Когда человек, у него есть правила, начинаешь его спрашивать, а что за правила, как правила, а что будет, если и так далее, и так далее. Он не знает, он не проверял. Самая хорошая такая фраза, а систему нельзя протестировать. Я говорю, ну еще интереснее. А как ты будешь торговать, если ее нельзя протестировать? Ну, прошлое же не гарантирует будущему. Ну, хорошо, у тебя и этого-то нет. То есть иногда люди очень нелогично себя ведут, и моя задача, чтобы начали они мыслить именно с позиции, что можно, а что нельзя. То есть там потом будет очень интересный слайд про хорошо и плохо. Вот мы к этому еще вернемся. И когда происходит расчет, формируется такая таблица, называется Confidence Level, уровень уверенности. Я тоже вам, мы к ней будем возвращаться, кто смотрел, как сказать, по бинарным опционам, вы это уже видели, вы это уже знаете.
Вот Роман очень хорошо написал, если систему нельзя протестировать, то ее нет. Я совершенно с вами согласен. Опять же, это очень логично, да, то есть как иначе-то. Уровень уверенности, то есть с какой вероятностью мы могли бы ожидать какой-то определенный результат. Предположим, вероятность 95%, что мы остались бы при своих. Вот здесь вот 85, вероятность 85%, что мы, да, немножко бы заработали, там 10%. Это означает, что 85% вот этих прогонов, допустим, я делаю стресс-тест из 1000 прогонов. То есть изначально мы брали одну кривую, а мы сделали 1000. По сути, каждая из них могла стать, ну, в будущем каким-то вот продолжением, да, вот реальной торговли. Если мы знаем, что 85% из этих 1000, 850 показали доходность выше там, 10%, меняя там случайным образом, то мне, по крайней мере, проще. То есть я знаю, что если система начнет торговать, а реальность она немножко отлична от тестирования, то вот за счет стресс-теста мы как бы приближаем к реальности ее. Вот. Еще в основе вот этих методик лежит метод Монте-Карло. Да, то есть кто занимался там информатика, это как бы и в статистике везде используется, то есть и в бизнесе, и в маркетинге, то есть этот метод достаточно интересный, важный, и он позволяет посмотреть на ваш подход с разных сторон. То есть это, он реализует подход, а что если, да, what if, а что если вот это реализуется, какой будет результат, а что если, какой будет результат. Итак, давайте будем переходить к системам. Первая система. Валютная пара австралиец-доллар, 4-часовой таймфрейм. В основе лежит средний скользящий. Вот. А нельзя поярче сделать, Кирилл? Нет, это максимум. Свет надо? Нет, свет не дает. Ну, давайте я выключу. То есть, простейший пример, когда пересечение, то есть как бы мне сделать сейчас? Ну, получше, да. То есть, когда цена пересекает среднюю сверху вниз, это является сигналом на покупку. То есть, вот, допустим, вот в этом месте, тут зелененькое, вот, мы покупаем. Когда пересекает снизу вверх, это является закрытием предыдущей сделки и открытием на продажу. И видим, что, по сути, вот эти все сделки подряд, они были прибыльные. Хотя, ну, я возвращаюсь к определению, что flat для меня, цена возвращается к среднему. Если у кого-то определение, что торгуется в горизонтальном направлении, здесь, допустим, не совсем это так. Все-таки есть немножко нисходящий тренд, но флетовые сигналы они бы хорошо исполняли все равно. Поэтому вот еще раз говорю, что говорю это. Поэтому вот правила простые. Как только цена пересекает сверху вниз, покупаем, снизу вверх продаем. То есть как раз если она пересекла, она ушла от средней, то есть она должна вернуться. Она вернется всегда. Даже если будет тренд, она рано или поздно с ней пересечется где-то там наверху или внизу. Но если будет мощный тренд, допустим, будет некий стоп-лосс стоять. Вот это стресс-тест. Можно? Да. Параметры конкретно здесь задаются для средних или принципов? Здесь 14. Это вот... Когда в MetaTrader устанавливаете среднюю скользящую, там какое-то значение, по-моему, 14. Простая скользящая средняя? Простая, да, вот simple, close, 14. Угу. А вторая зеленая? То же самое. Не, а тут одна. У нас большая и красная, да? А зеленая это что у нас? Это входы, это соединяет только вход с выходом, да. 4 часа. Еще раз говорю, да, то есть это система для ознакомления, если вы решаетесь торговать в реале или демо, то есть вы должны понять, что нужно проверять, тестировать. Вот видим, допустим, пример, вот хороший. Вот отклонилась она, там, да, допустим, здесь продали мы, закрыли и купили. Вот в этом месте она вернулась к средней, но мы как бы закрыли с убытком. То есть, допустим, где-то стоит стоп-лосс, то есть мы понимаем, что да, иногда даже стоп-лосса люди не ставят. Сам факт того, что цена вернется к среднему, и таймфреймы там не месячные и не недельные, означает, что, ну, опять же, тестирование показывает, насколько далеко, насколько большой вот этот будет убыток. Но стопы лучше ставить, конечно. Если не близко, то чтобы они были. Бывает всякое, там, да, черные лебеди и все такое. Вот, но пример вот такой, что цена отклонилась, мы сразу. То есть нас особо не интересует, что будет дальше. Для нас сам факт, что она вот пересекла, и она ушла от нее.
вот как бы такое движение, что ли. Вот, поэтому здесь вот как бы пример. Что касается стресс-теста, здесь вот 300 тестов, а изначально кривая вот такая вот. То есть была просадка. Опять же, здесь объем фиксирован 0,01 лот, $500 первоначально, и это за 2 года, грубо говоря. Поэтому особо на результат не смотрите, потому что все-таки для реальной торговли нужно использовать другой money management, да, то есть чтобы объем был привязан к депозиту, чтобы более эффективно использовать капитал. Вот. Но сам факт того, что вот при проведении стресс-теста небольшая часть была меньше 500. То есть, и вот эта таблица confidence level, так, плохо немножко видно, то есть внизу у нас 75%, что остались бы при своих. И здесь тоже важно для себя прописать, что является таким барьерным значением. То есть, допустим, наша задача отобрать систему, там, австралиец, швейцарский франк. Мы для этого генерируем 100 систем и начинаем вот за счет каждой системы, вернее, проводить стресс-тест каждой системы. И, допустим, мы отбираем только те, у которых будет это значение не 75, а 95. Ну, то есть вот сам по себе стресс-тест, то есть большая часть будет находиться в плюсе. То есть тоже нужно как-то прописать для себя. Так, вопрос. Швейцарский франк поймаем тады без стоп-лоссов? Это вопрос. Не, ну это лебедь, я об этом и говорю. То есть вы пришли в этот бизнес, вы об этом уже знаете, что всякое бывает. Да? Если у вас есть бизнес реальный, к вам может прийти налоговая проверка внезапно. Это для вас то же самое, что франк долбанулся вниз, извиняюсь. То есть это везде есть. Если вы об этом знаете, управляйте капиталом. То есть управляйте прибылью, выводите. Делайте разделение, да, то, что заработали, вы выводите, тогда, в принципе, не, особо не пострадаете. Итак, куда это я? Резюме этой системы. То есть сильно я не буду останавливаться, чтобы у нас еще есть. Плюс это будет потом видео и прочее, можете пересматривать. Еще раз, правило входа. Когда бар открывается ниже средней скользящей, после открытия выше ее, мы входим в лонг. Закрываем, когда наоборот пересекает сверху вниз, снизу вверх. То есть можете тоже посмотреть, кто онлайн смотрит, можете параллельно, как это сказать, искать сигналы. Можно на дневном таймфрейме посмотреть. То есть я за то, чтобы вот вы за основу взяли какие-то такие системы и дальше их развивали для себя. Не ждите прям готового решения. Поймите, ну, у меня нет задачи дать вам что-то готовое. Вторая система. Envelopes в основе лежат. Вот смотрите, да? Так, вот здесь немножко получше. То есть вот конверты. По сути, это две средние скользящие, которые находятся на определенном расстоянии от центрального значения. Михаил, и вам всего хорошего. До свидания. То есть когда... То есть формируется некий динамический канал. Как только цена выходит из него, получается, что выходит, то есть пересекает верхнюю границу снизу вверх, она явно отклонилась от средней, да, вот этой центральной среднескользящей, мы встаем в шорт. А закрываем, когда она пересекает вот эту вот среднюю, скользящую среднюю. Для покупки то же самое. Она пересекла сверху вниз, мы встаем в лонг. А закрываем, когда пересекает здесь. Да, стопы стоят. Мы понимаем, что если будет какое-то резкое движение против нас, ну, в этой конкретной сделке мы можем получить какой-то убыток. То есть здесь вот прибыль, здесь убыток. То есть вошли, цена как раз ушла против, вернулась. И как раз вот к тому, что цена возвращается к среднему. И для продажи здесь, но еще сделка как бы не закрыта. Здесь вот для продажи пересекла, закрыли. Пересекла, купили, закрыли. То есть вот пример того, когда цена возвращается к среднему. И по поводу среднего вспомнил историю, я вот не помню, у кого это слышал, у кого-то из московских преподавателей, что самолеты в какую-то войну, то есть самолеты стреляют по средней скользящей. То есть представьте, что цена – это вот объект, ну, за которым, да, вот он летит, ну, или другой самолет.
А этот летчик стреляет по среднескользящей, как-то, не знаю, определяет. А учитывая тот факт, что цена возвращается к среднему, и рано или поздно объект пересекает со среднескользящей, то ну, попадание будет железное. То есть вот сама эта логика мне очень понравилась. Не знаю, правда или нет, но история мне это очень нравится. Вот, поэтому это швейцарский франк, часовой таймфрейм. И вот, кстати, по поводу системы, которая вырулила, по сути, за счет одной сделки. Это, эх, Михаил-то ушел. Это как раз что? Да, то есть вот эта ситуация, когда в нашу сторону пошло. Но это не означает, что это хорошо. Там, я вот видел, многие ПАМы ушли вниз в этот момент, многие ПАМы ушли вверх. Это как бы для кого-то был бонусом, для кого-то был не очень приятным сюрпризом. Почему эта система не как бы, ну вот с этими настройками, она такая, нужно к ней внимательно относиться. А вот почему. То есть верхний пучок, это когда эта сделка не была пропущена. Ну, то есть, вот, грубо говоря, наверное, 150 тестов, это вот, когда сделка, она осталась, а внизу, когда ее вот тестер убрал. И, в принципе, прям такого мега слива, ну, вот если смотреть на самую убыточную, да, было 500, стало там 370, ну, какая-то просадка, да. Причем это самый худший вариант, как известно, истина между. Самый прибыльный, самый худший. Это не означает, что некоторые там смотрят и говорят, мама дорогая, так это что, я потерял? Говорят, у вас почему такой настрой-то? Вы просто оцениваете вот диапазон и оцениваете вот вероятности определенные. Но мы видим, что вот эта система не означает, что ее нужно выбрасывать, нужно ее отказываться, нужно просто внимательно относиться. И понятно, что франк – это черный лебедь, и к этому нужно быть готовым, и вряд ли это повторится, но повториться это может. Потом еще раз говорю, вот чтобы избегать вот таких ситуаций, это необходимо управлять, если у вас есть прибыль, то и прибылью. То есть нужно как-то выводить ее с какой-то там периодичностью, чтобы в случае чего у вас оставались деньги. Ну и видим, что 65% вероятность остаться при своих. Ну вот я просто оставил, она очень показательная ситуация, что когда человек смотрит, он думает, угу, интересно. Но по сути, вот если ее вырезать, оставить, то результат не будет такой перспективный. То есть я хочу, чтобы объективно смотрели на ситуацию. Но вот это самая лучшая иллюстрация торговли во флетах. Да, то есть, может тоже подыскать. Так, сейчас еще. Михаил, слушайте, нужно ему книжку, что ли, подарить, как самому активному. Он еще не дослушал до конца, уже такое понаписал. Михаил, мы бы это потом разбирали, но не суть важно. Третья стратегия. Здесь как раз поговорим о Боллинджерах. Ну, правила те же самые, только вместо envelopes теперь у нас Боллинджер. То есть, когда цена пересекает сверху вниз нижнюю границу, сигнал в лонг. Закрытие, когда она пересекает среднескользящее снизу вверх. То есть здесь вот продали, закрыли. Продали, купили. То есть ну, ничего нового такого особого-то нет. И equity вот такая вот, некрасивая, неплохая, какая есть. Еще раз говорю, что это пример для использования. Вот стресс-тест. Здесь как бы получше. Поскольку, ну, более-менее, что ли, как сказать, равномерно это распределено, но это таймфрейм 4 часа новозеландец. Тестирование с 28 февраля 2014 года по 20 сентября этого года. Ну, вот здесь как раз 95%, что остались, грубо говоря, бы при своих. При этом максимальная просадка при initial, первоначальном расчете 14, здесь 11. То есть даже она как бы сгладилась. Ну, поскольку сделки просто были изъяты оттуда, да, поэтому и результат изменился. Так, подведем итог торговых систем именно по как бы классическому форексу. По классическому фигурному катанию, как говорится. Что цель этих систем, которые я показал, показать именно системы с положительным матожиданием. То есть, еще раз говорю,
money management должен быть другим. То есть банально это может быть привязка к депозиту, это может быть привязка к риску на сделку, которая опять же привязана к стоп-лоссу. То есть на эту тему и клубные дни есть, и записано. То есть важно, первый шаг — это найти систему с положительным ожиданием. Первый шаг. Если у вас этой системы нет, и вы прикручиваете money management, что получается? Мартингейл. Вот, поэтому первый шаг – это именно найти систему с положительным мат-ожиданием. Дальше просто изучать, то есть методов money management, их не так уж много, да, индикаторов, их комбинаций миллиарды, я считаю. А систем money management не так много. Там в зависимости от того, чем торгуем, и на Форексе есть определенные классы, на рынках акций другие и так далее. Там в зависимости с плечом торгуем, без плеча. Но по сути это где-то три подхода. Там есть fixed fractional, это процент риска, есть фиксированная пропорция, как это у товарища называют, не знаю. То есть есть разные подходы, но еще ключевой момент, что если у вас будет система мат-ожидания, вот мне нравится, вот Ларри Вильямс в своей книжке что писал, что за счет money management можно из самой такой простецкой системы сделать очень много денег. Опять же, он своими примерами это и показывает. Поэтому не гоняйтесь за сложностями, да. То есть простая система и money management дают больше, чем какая-то там хитро выгнутая комбинация с 20 индикаторов, с, ну, в общем, вот такая система. Поэтому, Роман, я вас вопрос увидел, сейчас я отвечу. Первая система – только средняя скользящая. Сверху вниз пересекла – покупка, снизу вверх – закрытие и продажа. То есть когда начинается flat, а вот, вот допустим, здесь вот это у нас период с 10 августа – по 30 августа, то есть, да, то есть, ну, грубо говоря, день, да, рабочий месяц, то есть много или немало, ну вот, вот такой месяц получился. Понятно, что если возникает движение, к флет, как улучшить результаты? А может добавить трендовые какие-то системы. Флет теряет, то есть он если и залетает в сделку, но стопы его выбивают, а тренд, трендовая система, она уже стоит в тренде, она уже как бы компенсирует этот убыток, и она уже дает больше. То есть самый священный, наисвященнейший грааль – это когда вы комбинируете в портфеле флетовые и трендовые. Трендовые во флете, скорее всего, будет либо не влезать, да, либо немного терять, а флетовые наоборот будут. Дальше envelopes. То есть цена пересекает нижнюю границу сверху вниз, входим. Просто по факту. То есть пересекла черная свеча, мы покупаем. Там стоп, объем, сигнал на выход, пересечение. Для продажи наоборот. Бульдж то же самое. То есть вот, Роман, к вашему вопросу. Просто вот еще раз посмотрите. Вот пересекла снизу вверх верхнюю границу, здесь мы продаем. Закрыли, когда, ну, понятно, что на этой белой, черной свече было пересечение сразу из средней. То есть открыли, закрыли. То есть 4 часа сделка длилась. Понятно, что очень желательно все это трансформировать в роботов. Помните, роботы – это очень, как бы, инструмент, который высвобождает самый главный у вас ресурс – это ваше время. Когда вы можете уделять его так, как вы посчитаете, а не когда вы вынуждены его тратить, чтобы реализовать. Вот на 4-часовых свечках вручную вряд ли будете торговать, если сигналы вы не исполните. Опять же, стресс-тест показывает, вы можете специально задать то, что, ну, кто-то хочет торговать вручную. Давайте будем побольше сделок пропускать. Ну, я либо лентяй, либо я сплю много, я иногда пропускаю сигналы. И иногда стресс-тест могут, как сказать, показать, что, слушай, ты можешь и вручную торговать, потому что какие-то пропуски могут быть. Вот, поэтому вот этот пример с классикой. Конечно, можно использовать осцилляторы и прочее, прочее. То есть самое важное, возвращаясь как бы к формированию, это понять, что система, цена ушла от среднего. И во-вторых, понять, что она к нему вернулась. Это можно сделать по-разному. Можно сделать так, что, ну, это уже как бы скорее envelopes, то есть на какое-то расстояние конкретно уходит, тогда мы сразу в противоположную встаем. Можно сделать динамически, но по сути Боллинджер выполняет эту функцию, поскольку там есть стандартное отклонение. Можно там ATR привязать вместо стандартного отклонения. То есть как-то вот вариаций множество, но не плодите
к сущности без необходимости. То есть, если есть что-то простое, вот, протестируйте, может, это реально ваше. Вот так. То есть на возврате в ленты, не на выходе из-за ленту. Когда цена закрывается за границей ленты, это вход в противоположную сторону. Так, поговорим о бинарных опционах. То есть тема такая, еще раз говорю, есть как бы отдельный клубный день, вообще есть информация по этим бинарным опционам. Что здесь нужно сейчас отметить, что здесь выход предопределен. В принципе, проще. То есть и вот в том клубном дне я рассказывал, как можно торговать, как можно получать сигналы на свой телефон и с помощью там приложения Альпари просто реализовывать. Там, купил, забыл, все. Купил на рост, купил на падение. Главное тоже с money management там дружить и там инвестировать сумму именно как процент от депозита. Вот. Но, поэтому здесь проще. Вход такой же абсолютно. То есть нам важно понять, что... Очень хорошо. Сейчас я зачитаю вопрос, вернее, ремарку Романа. То есть важно понять, что цена отошла, то есть какое-то движение ушло, произошло, и нам нужно готовиться к возврату. Роман пишет, сам Боллижер писал, что выход из ленты – это сигнал, что тренд начался, и торговать надо в сторону выхода. Но Боллижер – человек, у него есть мнение, и всегда нужно понимать, что это одно из мнений. И вы всегда можете... высказать свое мнение. То, что я говорю, это мое мнение. Да, я не Боллинджер, у меня другая фамилия. Поэтому вы можете что-то другое придумать. То есть поймите, что то есть не будьте как бы жестко связаны в нормах тех людей, которые индикаторы эти придумывают. Они его придумали давно, и, может быть, сейчас нужно наоборот. А человек, который читает книжки старые, живет этими принципами, не понимает, что же происходит. Время трачу, деньги трачу, а результата нет. Как это сказать, усомнитесь в этом по-хорошему, а давайте просто проверим. Так, тут Антон предлагает перекур, я не знаю, принято, не принято, нужно, не нужно. Ну, у нас немножко осталось, сколько у нас вообще времени-то прошло. Потом, Антон, это будет в записи, не переживайте, как раз у нас минут 20, еще 25, там будут вопросы и прочее. Поэтому поговорим про бинарных опционах. Что, еще раз повторюсь из того клубного дня. Торгуйте опционы самые выгодные для вас. А выгодные – это те, по которым выплата самая большая, прибыль самая большая. Потому что систему легче построить, когда у вас процент прибыли выше. Ну, пример, да, что, допустим, если вы торгуете опционы 24-часовые, по определенным валютным парам 100% прибыль. По другим парам 70% прибыль. Если вы берете пару, по которой выплата 75%, вам будет сложнее построить систему, чтобы она давала прибыль, нежели чем если вы будете торговать валютные пары, где 100%. Торговые инструменты, которые сейчас расскажу, по ним в Альпари 100% выплата. И системы были созданы именно на основе вот этих вещей. То есть не пытайтесь, как сказать, что ли... вгонять себя в неизбежность. Кто-то мне говорил, а если я торгую, допустим, 30-минутные опционы? Говорю, а почему ты их торгуешь? Ну, мне так удобно, на работе сижу, что-нибудь там поторгую. Говорю, торгуй дневные. Так же ты будешь на работе сидеть, будешь торговать. Но зато вероятность, скорее всего, что у тебя будет больше прибыли, она увеличивается за счет того, что у тебя просто больше будут выплачивать прибыль, если опцион будет в деньгах. То есть включайте логику. Но, еще раз говорю, опять же, если у вас есть принципиальная позиция по маленьким таймфреймам, по маленьким этим периодам, создавайте систему, тестируйте ее, чтобы она была с положительным ожиданием с учетом вот ваших условий. Поскольку кто-то вот мне писал на почту после того клубного дня, я начал торговать опционами, взял другую валютную пару, и у него что-то как не очень получается. Еврофунт, что ли? Посмотрел, по еврофунту 75% выплаты. Хотя речь шла о 100% выплате. То есть он изменил условия, но не удосужился посмотреть, а что было бы в будущем, если бы я торговал вот так бы. Опять же, вопрос доверия денег незнакомцу. Так, ну, видимо, как это, в чате у нас знатоки Боллинджера, это хорошо. Я рад за вас. Итак, с Боллинджером поговорим. Что у нас?
Мы торгуем 24-часовой опцион, expiry one day. Первоначально $1000, размер инвестиций $10, и он не будет меняться в течение всего периода тестирования. Опять же, тестирование там полтора года, чуть больше. Но еще раз говорю, что money management должен быть динамический. Потому что в перспективе, если у вас капитал увеличивается, важно, чтобы и размер инвестиций увеличивался. Иначе в процентном соотношении ваша доходность будет вот так вот падать. А инфляция-то же она есть, и в итоге денег-то меньше становится, хотя вы даже этого не понимаете. То же самое, если капитал уменьшается, и размер инвестиций нужно уменьшать до определенного момента. Потому что иногда человек наоборот делает. Но это уже как бы усреднение, мартингейл, ничего хорошего из этого не бывает. Итак, что у нас? Правило. Бар открывается ниже, тут просто вот перевод с английского, бар открывается ниже нижней границы после открытия выше. То есть просто, когда пересекается, здесь вот все сделки на продажу, то есть пересекает верхнюю, мы просто покупаем опцион на падение. И вот этот период 2-4 часа, график 4-часовый. И он сам экспирируется. То есть мы видим, что если бы мы торговали классику, закрытие должны были где-то здесь, грубо говоря. Но здесь закрытие происходит через какое-то определенное время. Вот. Соответственно, в пятницу мы не сможем торговать, поскольку 24 часа выпадают на субботу, соответственно, там просто не сможете это сделать. Поэтому здесь это тоже учтено. Настройки Боллинджера классические 22. Период средний 20, отклонение 2. Так. Стресс-тест. То есть получается, как бы здесь тоже 300 тестов было. Самый худший вот чуть ниже. Что касается этой системы, вернее, бинарных опционов, что здесь, поскольку отсутствует выход сам по себе, то есть он такой. И вообще бинарные опционы, они, можно сказать, менее чувствительный там, к проскальзыванию, хотя, может быть, я и ошибаюсь, в момент закрытия позиции. Надо уже реально смотреть. Когда, и опять же, в том клубном дне я говорил, что когда у вас есть система, вы протестировали, еще есть очень важный период карантин, когда вы по этим правилам берете небольшой депозит, желательно там, не знаю, $100, предположим, да, если вы торгуете бинарными, и инвестируете по доллару, предположим, и просто смотрите, инвестировали, там сутки прошли, смотрите, какой результат. Если скучно, мало сделок, торгуйте портфелем. У вас может быть в день там 2-3 сделки. Ну или как-то будут распределены. И вы анализируете. Вот вошел здесь, экспирировался здесь. Вошел здесь, экспирировался. И уже у вас будет формироваться тот опыт, с которым можно уже выходить как бы на реальные деньги. Поэтому не спешите. Вот кто здесь спешит, тот не то, что людей насмешит, он всех насмешит. То есть поэтапно. Есть система, протестировали, но поторгуйте немножко на демо. Но лучше как бы в реальных условиях, потому что это более ценная информация. Так, анализировать нужно 4 часа. В данном случае, в этом конкретном примере, час один. О, да, вот как бы Александр, хорошо, что вы затронули тему. То есть мы торгуем 24-часовой опцион, анализируем час. То есть анализируем меньше таймфрейм, торгуем больше. Потому что изначально я вот думал, если опцион суточный, то это анализировать нужно суточно. Но извините, проблема в том, что когда бар закрывается, это там по времени, не помню, раннее утро, и можно банально пропустить. Если утром встать, то цена может уйти куда-то в другую сторону. Поэтому важно, как сказать, не себя подстраивать под трейдинг, а сделать так, чтобы как бы, подстроить трейдинг под себя. Поэтому здесь, как бы, когда мы торгуем на малом таймфрейме, вероятность того, что мы то есть пропустим сделку или совершим по невыгодной цене, она снижается. Конечно, всякое бывает. И вот в том же клубном дне там есть такое понятие, как адаптация к ручному трейдингу. Потому что одно дело, когда робот как бы в круглосуточном режиме сканирует, выдает сигнал. Другое дело, когда вы там, с 8 утра там, до 10 вечера можете исполнять, а с 10 вечера до 8 утра нет. И когда у вас есть тут equity, вы просто убираете оттуда уже, можно там самостоятельно в Excel это легко делается, сделки, которые бы вы не совершили всего того, что вы спали. И это такой тоже стресс-тест, и смотрите, осталось ли что-то. Но по бинаркам лучше посмотрите тот клубный день, там часовая запись, она небольшая, там все вопросы как бы снимаются автоматом. Поэтому вот такой пример. Еще раз говорю, это для ознакомления, протестируйте, посмотрите, как бы в копилку, в портфельную достаточно хорошо может подойти.
Так, вот вопрос у Юрия. Подскажите, пожалуйста, может, я прослушал, где можно тестировать? Вот. Посмотрите, Юрий, вот тот клубный день, там написано, что нужно сделать, чтобы получить. Сейчас просто это немножко другой вопрос. Стресс-тест. Так, мы его смотрели. То есть здесь 90%, что ставимся при своих. То есть видим, что пропуск сигналов, изменение параметра индикатора, то есть не приводит к критическим убыткам. То есть, конечно, просадка, она увеличивается, но нет такого, что бах и вниз. Запись можно посмотреть на канале Alipari в YouTube. Там есть отдельный плейлист «Клубные дни», и там тоже можете найти. Итак, идем дальше. Стратегия номер два. Только уже доллар-канадец, часовой таймфрейм. Период тестирования практически тот же самый. Тоже мы торгуем суточный опцион. Это всем известно, среднескользящее. Пересекает сверху вниз, покупаем на рост. Пересекая снизу вверх, покупаем на падение. Экспирация, то есть выход, как бы закрытие сделки, он на автомате. Пока один опцион есть, другой мы не открываем. Но вы можете тестировать все что угодно, можно параллельно. Как бы здесь момент такой, что пока он не истек, другой мы не открываем. Можно параллельно другие системы накладывать. Видим, что если здесь купили, тоже была бы какая-то прибыль. Если бы здесь продали, ну, может быть, прибыли была, не факт, да, если бы мы параллельно исполняли сигналы. Средняя здесь с периодом 50. Простая средняя с периодом 50. То есть как бы вот такой у нас equity. Причем 61% прибыльных сделок, что в принципе нормально. Вот к вопросу о прибыльных сделках. Если вы будете торговать опционы, по которым выплата меньше, это сильно... То есть, допустим, если у вас 61% прибыльных сделок и выплата 100%, допустим, вот будет такое equity. Если вы меняете опцион, по которому выплата 75%, вы понимаете, что у вас процент прибыльных тот же самый и убыточных. А средняя прибыль, то есть средний убыток-то тот же самый остался. Да, если вы процент от депозита инвестируете, да, $1000, $10 инвестируете, вот ваш убыток – это 1%. Он не меняется. Если вы бездумно переходите от одного инструмента к другому, не понимая, что у вас меняется выплата, соответственно, это приходит к тому, что ну, такая вот ситуация. А можно свет включить? То народ уже засыпает. Просто потом, потом посмотрите. А его нет, что ли, здесь? И вот стресс-тест. Это среднескользящее, то есть я считаю, что пока человек среднескользящую не изучил вдоль и поперек, ему нет смысла вообще переходить к каким-то другим подходам, индикаторам и прочее. Вспомните, это инструмент, который во многом он позволяет вам торговать как в тренде, так и во флете. То есть он такой универсальный достаточно, спасибо. Вот, поэтому тот, кто говорит, что он запаздывает, ну для вас это означает, ну видимо, с каким-то негативным подтекстом, но для вас это плохо. А для меня это хорошо. Запаздывание – это как? Это некое подтверждение, это некая проверка временная. Поэтому все это условно. И вот сегодня Михаил, конечно, отличился, что он как-то в своей стратегии определен. Вот к вопросу, то, что мешает в жизни, мешает и в тренинге. Когда человек определенным образом вот смотрит на вещи, и у него уже есть однозначный отрицательный ответ. А почему? То есть, как, еще раз говорю, что есть всегда самый положительный результат и самый отрицательный. И нужно смотреть, где вот мы находимся. Как вот здесь, вот, да? Самое положительное, он больше, чем изначальное тестирование. Самое отрицательное, он меньше, чем изначальное тестирование. И это просто некие границы облака. И, в принципе, если я начну торговать эту систему, я понимаю, что я могу экстраполировать на будущее вот этот вот диапазон. И если он equity пересекает нижнюю границу, я систему отрубаю. Для меня это как раз вопрос именно уязвимости системы. Для меня изначально эти правила вот такие. Если он идет выше, все нормально. То есть для меня вот это как бы нижняя граница, это как стоп-лосс, да, трейлинг-стоп. То есть по-другому бы я его не получил. Да, если я проведу, допустим, 5000 тестов, может быть, он будет шире. Но 5000 – это как бы уже такая выше, наивысшая математика, или у кого ресурсы позволяют. Поэтому здесь нужно понимать, что это облако дает нам понимание, как система к изменениям устойчива. То есть как это сказать?
опять же, изменение цены, изменение параметров индикатора могут повлиять. То есть здесь вот 95%, даже то, что мы получим прибыль 10%, даже 11%. Если у меня вот 90, этот фильтр это 95%, эта система проходит дальше. И дальше я в режиме карантина буду тестировать, смотреть и сопоставлять результаты реального трейдинга вот с тестовыми. Поэтому я не говорю, что стресс-тестом Мадреми – это великая вещь. Нет, это всего лишь один из слоев фильтрации. И третья стратегия чуть-чуть посложнее, но по сути опять же среднескользящая. У нас есть две средние – быстрая и медленная, то есть пересечение двух средних. И еще есть такой как бы осциллятор в MetaTrader RVI. Кто-то, может, его видел. То есть все настройки тоже здесь прописаны. Две средние 23-29 и RVI с периодом 7. То есть правила такие, что мы покупаем на рост, когда быстро пересекла медленную. Ну, то же самое, что цена пересекла среднюю. При этом линия RVI выше, чем линия сигнала. То есть вот эта вот зеленая линия выше, чем линия сигнала. То есть мы покупаем. Если ниже, то мы продаем. Ну, по сути, как бы она, как сказать, напоминает вот ту систему, по которой по канадцу. Таймфрейм часовой, валютная пара, фунт иена. По ней тоже 100% выплата. Еще раз говорю, что есть вещи, которые напрямую влияют на результат. Многие почему-то думают, вот они выбрали евро-доллар на 30 минутки и пытаются подобрать правила, пытаются анализировать уровни, пытаются... Поймите, что вот есть вещи, которые связаны с зарабатыванием денег, а есть вещи, которые вообще, ну, создают видимость того, что деньги будут заработаны. Вот анализ сам по себе 100% означает, что я потрачу свое время. Гадалки не ходи. Но это не означает, что то, что я там найду, даст мне деньги. А что я считаю связано с зарабатыванием денег? Это создание тестированной системы, это автоматизация, это высвобождение себя от рутины. Да, в бинарных опционах на 100% нельзя это сделать, к сожалению. Но, может, в будущем это сделают. В трейдинге это можно делать. Я считаю, что скорее нужно делать. Опять же, считаю, что системы, то есть нет идеальных систем. То есть все системы, которые у меня торгуются, я понимаю, что каждая из них уязвима, и она может приносить убытки. Есть системы, которые приносят убытки, я их отключаю. Я вот сейчас сижу, мне робот присылает сигнал, я вижу, что у меня пошли убытки. Я понимаю, что еще процентов 10, и эту систему буду отключать. Это одна из систем, и хотя изначально хорошо торговала. Но вот на рынке такая ситуация. Если сейчас все исправится, начнет торговать в плюс, то она будет жива. Если нет, я ее выключаю и выкидываю. Потому что что такое карантин? Когда вы сделали систему, они торгуются, и если одну вы отключили, берете другую. Одна тоже потеряла, либо сразу в убыток, либо ушла вверх и потеряла здесь, соответственно, мы заработали, но потеряла, все, я выкидываю. То есть, как бы, считаю, нужно легко к правилам относиться. Нет какого-то конкретного индикатора, который лучше другого. Нет какого-то метода, который лучше другого. Это как бы, это логика. Нет человека, который лучше другого. Ну, грубо говоря, да. Поэтому не цепляйтесь за какую-то конкретную систему. Поймите, что всегда есть альтернатива. Самое плохое, когда человек берет метод, ему человек другой говорит, слушай, это классный метод, торгуй. Но при этом нужно каждые 5 минут быть возле компьютера, при этом нужно анализировать кучу массы информации. Говорит, зачем ты это используешь? Ну, потому что вот у него получается. Говорит, ты, может, много не знаешь об этой системе. И опять же, то, что у него получается, не означает, что у тебя должно получаться и будет получаться. Поймите, что трейдинг это лишь, как бы, нужно жить не ради трейдинга. Как-то вот иногда люди выходят из такого шока. Мне рассказывали пример, когда человек, ну, на фондовом рынке целый год безвылазно торговал. Он заработал такие нормальные деньги. Но это была первая победа. Это означает, что он был не рад совершенно этой прибыли. То есть он понял, что он год жизни выкинул как-то вот. То есть не было такой радости. Так, я не знаю, он сделал то ли 1000%. Ну так, миллиона заработал. Но само отношение, то есть другой бы сказал, слушай, классно, у тебя миллион. Но он сам так оценивал. Поэтому поймите, что высвобождайте время, пытайтесь автоматизировать все, где это возможно. Я понимаю, что есть подходы, где это сложно сделать. Но завтра, кто будет на бизнес-завтраке, мы поговорим о технологиях. То есть вот сегодня я показывал систему, а завтра мы поговорим о сервисах АПО, которые позволяют системы создавать.
То есть еще раз говорю, человек технологичный, трейдер технологичный, он более свободный, он понимает, что эта система теряет, у меня еще есть 3, у меня еще есть 10, из которых 70% приносит мне прибыль, в итоге я в целом по больнице в прибыли. То есть вот. Но это мы тоже философию вдарились. Так, стресс-тест, да, он кучерявый. И здесь 70%. Опять же, если у нас было 95% отсечка при нулевой доходности, мы бы это выкинули в шлак. И легко это надо делать. То есть, как еще сказать, то есть... Так, тут уже Роман еще какой-то вопрос. Необходима доля выигрышей... Роман, вот хорошую тему вы подняли, как бы... Прочитаем. Необходимая доля выигрышей равна. В общем, он рассчитывает, что. Роман, смотрите, вот вы посчитали, да, что у нас 61% прибыльных сделок. Соответственно, убыточных сделок сколько? 39%. Если вы торгуете опционом дневной, по которому выплата 100%, это означает, что если вы инвестируете 1% от капитала, средняя прибыль у вас. 1%. Средний убыток у вас 1%. Подставьте формулу матожидания, и вы получите, что ваше матожидание будет положительное. Для безубытка в этом случае нужно иметь 50% прибыльных сделок. Тогда вы будете в нуле, у вас матожидание будет нулевое. Просто пересмотрите этот клубный день, там в начале я очень понятно показываю, что такое матожидание, у меня там моделирование, все очень так наглядно и интересно. Но тему вы правильно подняли, потому что важно вникать в эти нюансы. Хотя бы так, не глубоко. Итак, как вы думаете, это вообще к чему? Кто вспомнит стихотворение? А кто автор этого стихотворения? Да, то есть совершенно верно. Ой. К вопросу о том, что такое хорошо, что такое плохо для вашей системы. Не знают, вот с кем я общался, ну, как бы начинающий трейдер, они не знают, что хорошо для их, что такое хорошо в понимании их системы, а что плохо. То есть, когда вы протестировали свою систему, сейчас вернемся к какому-нибудь equity. А, ну вот даже на стресс-тесте. То есть, плохо, когда реальная equity, когда начинают торговать по этой системе, она уходит ниже этого значения. Ну, допустим, что я вижу? Самое плохое значение было вот. Соответственно, для себя я вот прочерчиваю эту линию. И понимаю, что если она пересекла, все. То есть историческое тестирование раз, стресс-тестирование два показало, что вот максимальная просадка вот такая вот. И в будущем, когда я торгую, для меня это будет уровнем отключения. Вот это плохо. А хорошо это все, что выше. То есть... И так нужно делать для каждой системы, потому что, еще раз говорю, нет идеальных систем. Есть системы, которые дают прибыль в течение какого-то периода, потом может быть период просадки, потом они могут восстановиться. То же самое, если вы отключили, когда была просадка, и вы все-таки придерживаетесь этой стратегии, вы должны понять, когда обратно ее включите. Причем есть разные подходы в этом, то есть можно просто отрубить, да, как отсечка, определить этот процент, она пересекла, мы выключили. Но другие же системы торгуются. А если они торгуются, значит, они еще не отключены. Ну, то есть логические принципы. А если они торгуются в убытках, значит, вы уже нарушаете правила. Ну, в убытках сверхустановленного. Поэтому будем сейчас подводить итог. Что хочу сказать? Что те системы, которые мы с вами рассмотрели, я считаю, что с них можно начать. То есть просто взять, сесть, построить график. То есть потом будет видеозапись, презентация. Построить график, посмотреть, где бы я входил, где бы я выходил. И понять, как это работает. Если вам это нравится, если у вас ощущение хорошее. Да, когда хорошо, значит правильно. Когда плохо, это неправильно. И тогда уже идете дальше. То есть не нужно брать эти правила и прямо с депозитом $1 миллион пытаться что-то торговать. Поймите, что вот почему трейдинг – это бизнес? Потому что здесь не столько вы влияете на результат, сколько рынок и сами системы определяют результат. Да, то есть вот я вошел в рынок,
грубо говоря, а через месяц я возьму и закрою сделку. Больше не буду появляться там. Вот я вначале это сделал и в конце. Получается, что рынок сделал мой результат. Соответственно, а что это такое? Это как сотрудники делают результат. Поэтому каждая система, каждый робот, как некий сотрудник, учитесь как бы управлять ими. Поймите, где вы не хотите вручную анализировать. Допустим, я терпеть не могу анализировать графики и совершать сделки. Потому что, во-первых, это не особо это интересно. А во-первых, есть то, что может вместо меня это делать. Я думаю, вы согласитесь. То есть, когда человек говорит, я обожаю торговать вручную, я понимаю только, если это действительно ему нравится. У меня есть клиент, он управляющий помсчетом. У нас учился в 2011 году, у него сейчас доходность там под 200%. И он, я ему поражаюсь. Он торгует вручную на дневном таймфрейме, вручную. Я говорю, слушай, ты как? Да, мне в кайф. Он при этом торгует с того года еще на демо-счете каждый день. Я говорю, я тебе буду всегда говорить. Я буду тебя приводить в пример. То есть это действительно вот, это единственная причина. Больше причин, я считаю, их нет. Если вы говорите, что система только так может быть проторгована, вот как Роман, если не ошибаюсь, написал, если систему нельзя протестировать, ее не существует. Если систему, ну, я понимаю, что какие-то системы нельзя автоматизировать, но что-то можно сделать. Если у вас несколько индикаторов, подумайте, можно ли с помощью фрилансера унифицировать какой-то, сделать унифицированный индикатор, который просто будет стрелочку вверх-вниз показывать. Это можно делать. А можно сделать так, чтобы этот индикатор, когда появится сигнал, мне смс-ку присылал. Можно это сделать. Ой. А можно сделать, что и робота? Потому что если это может, то можно и робота. Да, то есть и человек начинает вот так вот мыслить. По сути, бывают ситуации, когда вот у него есть правило, и только из-за одного правила он не может это полностью автоматизировать. Хорошо, а давай попробуем убрать это правило. Сделать робота и протестировать. Иногда это получается. И в итоге человек может торговать не только одну пару, он может сделать портфель. То есть нужно пробовать. То есть я не особо рекомендую делать какие-то жесткие выводы, что нельзя, нельзя, нельзя. Ну, как-то, ну, если очень хочется, то можно, я считаю. То есть хотя бы как бы вот как бы узнать там. Я всегда делал раньше как? Есть идея сделать ТЗ и вот на mql5.com, кто знает, просто вот фрилансерам закидываю, кто может сделать? Ни разу не отказались. Это какой, знаете, метод статисследования. Потому что я расписываю четко задачу, все подводные камни. Человек 10 всегда говорит, да-да-да, могу. Ценник разный, я смотрю уже там по рейтингам и прочее. Но поймите, что не вы же будете программировать, а программисты будут за вас работу делать. Вам нужно сформулировать. Поэтому вот кто сейчас смотрит онлайн и кто уверен, что нельзя автоматизировать, попробуйте написать некий список. Ну, саму систему, сделайте техническое задание и зашлите программиста. Денег не требует никто за вот это исследование. Кто-то может сказать, это очень дорого, но я сделаю. Просто дорого это сколько? $200. За возможность как бы отойти от всего и просто вот управлять этим процессом, считаю, это не очень дорого. Роман пишет, автоматизировать можно все, что можно описать, но некоторые системы реально сложно автоматизировать. То есть, но некоторые системы реально сложно описать. Если перефразировать, Роман, вашу фразу. Ну, в общем, думаю, поняли. То есть, как настраивать себя перед торговлей? Еще раз говорю, прочитайте эту книжку «Чек-лист». Она немножко жутковатая, но очень интересная. В конце есть принципы построения чек-листов. Есть примеры чек-листов из авиации, из медицины. Потому что я считаю, что это действительно проблема. И что касается бизнеса, вот наверняка вот кто из вас предприниматель знает, хотя бы изучал статистику, что в течение первых 5 лет закрываются практически 80-90% бизнесов, которые были открыты. Может быть, 90. Там в зависимости от страны, в зависимости от рынка. Чем не статистика в трейдинге? Только поскольку здесь все быстро запускается, открыл счет, завел денег, открыл сделку, слил депозит. Да? Я предприниматель, но я быстро бизнес свой закрыл. У меня не получилось. Поэтому и нужно понимать, что это тоже бизнес. И статистика в бизнесе та же самая, но почему-то никто не кричит, что бизнес это прям не нужно этим заниматься. Нет, если вы понимаете, что вас это интересует, вам это душа к этому лежит, нужно. И я заметил, что вот клиенты, у которых есть бизнес, у которых был бизнес, и они хорошо с ним расстались, или клиенты, которые мечтают открыть бизнес, делать какие-то попытки, у них в тренинге очень хорошо получается. Они понимают, что, ё-моё, так любое мое действие напрямую влияет на мой карман. Они понимают, что управлять, вернее, нужно создать систему некую, а не быть в ней.
Хотя поначалу это, конечно, нужно быть, чтобы разбираться. Они понимают, что очень важен контроль, анализирование. Чем не бизнес? Здесь как бы то же самое. Поэтому у них лучше всего получается. И вот этот управляющий, там, мой ученик, у него, он этот риэлторское агентство у него. То есть человек, который вот систематично, дисциплинирован, привык что-то делать там, он здесь это делает. То есть принципы, они очень так пересекаются. Поэтому прочитайте книжку, я искренне рекомендую. Знаете, самая лучшая литература по трейдингу, которая вообще не связана с трейдингом. Потому что о трейдинге так пишут очень интересно. Но единственное, западные книжки, там да. Вот на Amazon Kindle там долларов от 50 до 100 обычно книжка стоит, что хорошо. Там какие-то есть мысли. Ларри Коннорс есть, там Ларри Вильямс, там реально готовые системы даются. Просто нужно их переложить на код, опять же, с помощью программиста, я считаю. И как-то тестировано. В Рунете я такой литературы еще особо не встречал. Ну, есть механические торговые системы, автор не помню. То есть есть, что почитать, там есть тоже пример торговых систем. Но для того, чтобы сделать такое, как говорят, квантовый скачок, ищите литературу, посвященную тому, что заставляет делать человека. Да? Вот, там, о дисциплине, о логике. И вот эта книга «Чек-лист», но я считаю, если человек напишет чек-лист, 5-6 пунктов, и каждый пункт будет прям отзываться у него, он будет, и он каждый наклеит и будет анализировать, все ли я правильно делаю. Потому что иногда мы забываем, да, вот там программа обеспечения не обновилась, или мы, потом обновлю, потом может быть наступить прямо сейчас, потом почитайте. Как проверять тест на устойчивость? Конечно, я сегодня как бы многого вообще не рассказал о том, как именно делать. Но как бы, первоначально цели не было, поскольку времени мало. Это больше семинар для больше, ну, может быть, начинающих или тех, кто хочет начать делать что-то по-новому. Завтра, вот он на бизнес-завтраке будет, мы об этом конкретно поговорим. В интернете, как бы в сети есть, я проговорю, adapttrade.com, strategyquant.com, forexsb.com. Все эти сервисы позволяют вам не только тестировать системы, но их ключевая цель – это инструменты для творческого создания систем. А что такое творчество? Когда берем известные части и формируем что-то новое, целое. Вот они за счет своих мощностей, либо в формате веба, веб-приложения, либо в формате как бы стендалон, они берут эти индикаторы, склеивают, тестируют и выдают нам готовое. Вот так и системы были созданы. Ну, не все. Потому что там есть и, как бы сказать, редактор, когда я просто задаю условия, и получается эквити автоматически. То есть поймите, что сейчас человек, то, с чего начал, закончу, он частный инвестор, приближен максимально к крупным фондам. Стресс-тестом занимаются хедж-фонды. Я смотрел не одно видео, где управляющие тоже рассказывали, на что они обращают внимание. Есть такая фраза там «монте-карлить». То есть, когда у вас есть система, нужно ее вот так вот потрясти и посмотреть, что же останется. И допускать к реальным деньгам только те системы, которые все это прошли. Поэтому вот просто проверяйте, если действуете по каким-то своим принципам, действительно ли ваши правила проверки, они помогают вот посмотреть по-другому. Потому что мы видим то, что мы хотим видеть. Если у нас вот красивый эквити, ну, нам больше-то ничего не надо. Да? То есть мы видим красивую эквити, и нам как-то больше на другое не хочется обращать внимание. Посмотрите на некрасивую эквити. Некрасивая эквити формируется только вот за счет вот этих вот изменений. Мини-микроизменений, как в жизни, да? Что-то произошло, и все пошло в другую сторону. Вот здесь как бы такой подход. Так, и пятое. Поговорили о системах, то есть они будут в сети. Еще раз говорю, что они не являются прям системой для реальной торговли на один в один. То есть там нет мани-менеджмента. Они все с положительным ожиданием формата тестирования. Поэтому аккуратно к этим относитесь. Так, вопросы в чат. Что нужно, чтобы ориентироваться только барами, без индикаторов, без советников? Нужно понять, вот нужно определить некий паттерн тогда. Да, вот там японские свечи, самая такая попсовая тема, да, то есть это безиндикаторная структура, и в принципе я знаю, есть системы торговые, алгоритмические, которые вшиты чисто вот в свечи, без индикаторов. Или эти модели графанализа, тоже безиндикаторная система, нужно просто понимать, как, что это. Вот, поэтому пару слов такой о подарке таком. Во-первых, презентацию то получите, во-вторых, вот эта видеозапись ведется, я трансформирую ее в MP3 запись,
Почему? Потому что мы воспринимаем информацию по-разному, да? То есть мы можем читать, мы можем видеть, мы можем слушать. Будет видеозапись на YouTube. Я отдельно сделаю MP3 запись, я просто всегда так делаю. Плюс для тех, кто любит тренировать интеллектуально свой мозг, сделаю запись двойной скорости. Потом объясню, почему. Ну, когда вы получите этот бонус. Потому что это позволяет, то есть, когда вы приучитесь смотреть там видео обучающие, да, кто не в курсе, на YouTube можно увеличивать скорость просмотра в 2 раза. Если вы смотрите какие-то обучающие ролики, поймите, что вы можете увеличить скорость, будете все понимать. Опять же, если хорошая запись. Поэтому такой большой бонус для тех, кто любит развиваться. Просто для этого напишите на этот ящик небольшой отзыв, что полезно для себя вынес из клубного дня. Просто какую-то одну идею. Потому что поймите, тренинг – это очень интересный бизнес, именно если к нему так и относиться, что ценить свое время, то есть понимать, что да, когда я обучаюсь, я буду полностью уделять этому, там, не знаю, 2-3 часа каждый день, там, в течение месяца, создавать системы, их тестировать вот так планомерно. Но потом, когда вы поймете, что с помощью там, каких-то сервисов, с помощью фрилансеров за совершенно смешные деньги, да, то есть вот все роботы, которые раньше делали с помощью фрилансеров, они стоили 20-30 долларов. Кто-то говорит, я хочу сам научиться, не вопрос. Но пойми, что если ты сейчас не умеешь программировать, вот прямо сейчас, ну не роботов, а в целом, то задумайся, действительно ты готов, вот, я не знаю, если программисты, сколько этому нужно учиться, чтобы за 2-3 дня сделать боевого робота. А за 30 долларов вы можете это сделать с помощью фрилансера. То есть цените свое время, действительно, это очень неочевидный фактор, но когда человек начинает, вот особенно, да, пример с заработком в час. Однажды дал задание, там была группа трейдеров, сказал, вот посчитайте, сколько вы в час зарабатываете в трейдинге. По сути, все сидели промоутеры на улице. То есть в час зарабатывали, как промоутер на улице. Я говорю, смотрите, ну промоутер на улице работает в свежем воздухе относительно. И никакого риска для денег. То есть либо вы что-то меняете в своем подходе, ну либо ничего не меняете и зарабатываете, как промоутер на улице. Поэтому автоматизация позволяет очень мощно сократить время, и вы даже можете зарабатывать те же деньги, но стоимость часа увеличивается. А это другое отношение к прибылям и к убыткам. Да? Если 2 трейдера есть, один заработал 10 тысяч долларов, а второй, такой вечный пример. Один 200 часов в месяц на это потратил, как бы инвестировал, другой час. Где работа, где 10 тысяч долларов в час платят? Хотя по факту получается так, потому что у него основная работа автоматизирована, он лишь контролирует. А если еще прописать в роботах, чтобы они самоотключались, это там ничего сложного нет. Или сделали портфель роботов и прописали отсечку 20% и уехали отдыхать, грубо говоря. Плюс получаете сигналы раз в сутки, что все нормально от роботов. Не получили сигнал, зашли, посмотрели там по удаленному серверу. О, VPS-сервер накрылся. А был у меня резерв? Нет. Чек-лист? О, забыл. То есть и вписываете, и понимаете, что это тоже важно теперь. Поэтому я... Как говорится, желаю вам удачи. Кто онлайн, тоже вопросы пока пишите, если есть, если нет, на почту. То есть, поймите, что... А, это же такое напутствие. Не устраивайте еще особенно революции. Да? Если вы только-только начинаете, не пытайтесь сделать портфель из 20 торговых систем, которые сразу завтра уже поставите на торговлю. То есть нужно постепенно идти, сначала понять, что такое торговая система в целом. Среднюю скользящую взяли, вот примитив, то есть начинать с малого, да, то есть мы же, когда родились, мы не идем в институт, мы сначала должны как-то подрасти. Это такой же подход, это как в жизни, вот мы так себя в жизни не ведем, а в тренинге пытаемся. Сформируйте какой-то финансовый запас, если сейчас капитала не хватает, учитесь, формируя капитал. Через месяц-два у вас будут и деньги, и знания. Потому что вы же работаете на длинное. Нет такого, что вот я создаю бизнес на 1 месяц. Ну, зачем этим заниматься? Да, я могу устроиться на 1 месяц на работу, но не бизнесом заниматься 1 месяц. Хотя, ну, бывают там летние кафе. Но, опять же, это в стратегии бизнеса большого входит. Поэтому смотрите видео, обучайтесь, задавайте вопросы. Самое главное, вот в жизни есть такая очень хорошая стратегия. Почему-то ее все боятся, ее не используют. Просите всегда помощи. Это в любой ситуации отлично работает. Ну как же, а что обо мне подумают? Ё-моё, если ты тонешь, что тебе подумают? Такой здоровый дядька
а плачет и не просит помощь. Лучше плачьте и просите помощь. То же самое в тренинге. Если что-то непонятно, формулируй четко вопрос. Потому что иногда люди отказывают не потому, что они такие злые, они не понимают вас, вы на разных языках говорите. Четко сформулируйте, что я хочу узнать. Так, вопрос в чате. Еще раз вопрос. Почта не изменилась клубного, не хотелось бы получить работу с интервалами или писать теперь на... Да, пишите на этот ящик. Я в любом случае на него... Вы можете на ту почту, можете на эту почту. Совершенно без разницы. Кто... Ой, у кого вопрос? Ой, да, слушаю. Вопрос. Да. Есть такие ситуации, когда проскальзывание не срабатывает стоп, и цена ушла дальше. Правильно? Ну, это вопрос скорее даже не в Альпари, это вопрос, опять же, наверное, вот мы к Франку. То есть... Ну, вообще, в смысле, стоп это не панацея. Ну, в 99% случаев это да. Ну, бывает. Это форс-мажор, да. Форс-мажор. Но он может сработать, но не по совсем той цене. Опять же, вопрос отклонения. Еще раз говорю. Да. Но это как бы проскальзывание, это матчасть такая определенная, особенно на форексе. Но на фондовом рынке все знают про гэпы. Да, то есть, если стоп в гэпе, он не обработается. Это логично. Цены не было, торгов не было. Поэтому это, ну, если мы закроется по первой же. Да. 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 Она не уйдет еще дальше. Нет. Опять же, читайте регламент всегда. Если вы где-то там торгуете, в целом говорю, в регламенте все обычно прописано. Или спрашивайте у людей, что в Альпари закрывается по первой рыночной цене. А то есть, еще связанный вопрос. Да. Некоторые используют вместо стопов опционы, обычно ванильные, плюс фьючерсы. А у вас есть в Альпари? Ну, таких вот биржевых опционов нет. То есть это скорее уже кто торгует чисто на бирже, и он... То есть там, да, то есть бинарные опционы – это не биржевой такой продукт. Это скорее, для меня это упаковка, это скорее структурный продукт. То есть здесь, если мы купили опцион, мы не можем его продать обратно на биржу, да. А здесь мы только можем дождаться его экспирации, либо там получить половину выплаты, если мы в деньгах. В нуле можем закрыться только если цена совпала. Но опять же ждем экспирацию. Это к тому, что... Почему я вообще про бинарный опцион это как бы сделал клубный день? К тому, что я почитал, что в интернете о них пишут. У меня мурашки пошли по коже. Откуда столько негатива? Просто не совсем правильно люди воспринимают этот продукт. Опционы биржевые, там американские, там какие они существуют. Ванильные. Да, ванильные. И опционы бинарные, это как бы разные продукты. Их нельзя вообще сравнивать даже, абсолютно нельзя сравнивать. Это просто как структурный продукт купили на рост, там, не знаю, долларовой какой-то корзины. Вот пойдет вверх, я заработаю. Пойдет вниз, то я получу ровно столько, сколько прописано в продукте. Там либо какой-то убыток, либо там ноль или какую-то комиссию. Это вот скорее вот к этому ближе. Это, наверное, более удобно, но стратегий очень много, еще раз говорю, да, то есть и в биржевой трейдинге там опционами можно подстраховывать корзину акций, да, не продавая их там. Ну, то есть есть разные вариации. Опять же, цель какая у вас? То есть вы должны ставить перед собой цель. Что именно хотите? Если вы на Форексе, какая у вас цель там по доходности, по рискам? И уже под это подбирать стратегии, уже под это подбирать инструменты, там бинарные опционы. То есть все должно быть целесообразно. Не просто я вот так вот хочу. Нет, ну конечно, это можно об этом так сказать, но потом просто не удивляйтесь, что у вас такой результат. Такой, как вы, скорее всего, не хотите. Потому что вопрос управления. Если у меня есть цель, я подобрал к ней продукты, то я вижу, что... Я в реальном времени могу анализировать, все ли идет по плану. Да, если у меня, как сказать, необходимость в том, чтобы все от этого отказаться, потому что все пошло не по плану. Может, конечно, я сейчас абстрактно говорю, но вот. Все приходят, конечно, за деньгами сюда. Ну, как в бизнес. Но почему-то делают вещи, которые с деньгами-то и не связаны. Занимаются вещами, которые деньги отнимают. То есть и не могут объяснить, почему. Вот чего? Вот формат Т5 дается для реальных счетов, да? Да. И там все инструменты доступны, как на оригинальном Альпари. Спасибо. ЦФД. Вот я знаю, что только валютные пары точно есть, остальное это лучше либо на сайт, либо у ребят спросить. То есть, ну, надо просто посмотреть, можете там открыть счет в обзоре рынка, просто выгрузить все и посмотреть, да. Либо спецификацию контракта на сайте открыть, то есть там обычно. Тесты ваши были, которые вы показывали?
Не, Test Lab. Это forexsb.com. Forexsb.com. На бинарные опционы роботов сказали сделать нельзя, потому что только веб-версия. Его можно сделать, его функция будет, как сказать, он сигнальный, я бы сказал. То есть он будет давать вам сигналы. А ручной исполнитель? Да, то есть вот тот же клубень посмотрите, то есть там устанавливается MetaTrader для мобильного, и он связывается с стационарной версией, которая на VPS. На VPS ставится робот, и он по пуш сообщение присылает, и у вас параллельно открывается приложение мобильное для Android, для iPhone, и вы просто этот сигнал реализовываете. И забываете. Но он фактически все равно на платформе, то есть на M4 или M5. Да, да. Ну, он для четверки стоит. Это и есть эти автоматические системы для ПО, да? Да. Ну, они сигнальны, то есть как они... Да. То есть это можно, допустим, если у вас там стоит 5 систем, они все будут вам на телефон приходить. Там будет указано там валютная пара, направление, цена, ну, размер инвестиций. Ну, в принципе, это и так понятно. То есть главное направление и инструмент. А это не ко мне, это вот к ребятам, ну, наверное, уже не, там уже места закончились. Да. Нет. Неэтично, смотри, как люди кушают во время обучения. Пишите мне на почту, по почте отвечу на все вопросы, что чем пользуюсь. Поймите, что информацию нужно дозированно давать. То есть я вот сегодня общался с клиентами. И иногда, как знаете, если человек вообще этим не занимался, там, инвестированием, торговлей, можно либо какие-то прописные истины ему рассказать там за час, можно рассказать то, что действительно работает, у него голова так станет квадратной, а потом дать дополнительную информацию, чтобы он, во-первых, успокоился, переварил, а дальше изучил. Поэтому вот я сегодня о многом не рассказал. Я рассказал как бы о ключевых вещах. То есть у кого не было системы, вы получили примеры для систем. У кого не было информации, чтобы почитать, получили книжку. У кого не было информации, как проверить систему, да, то есть вот я тестирую, ставлю, не работает. Тестирую, ставлю, не работает. Стресс-тест, хотя бы почитайте в интернете. Поймите, что все я это нашел, вбивая в Яндексе, в Гугле одно какое-то два слова. Это не... То есть я не программист, у меня нет этих сайтов, я просто это находил. Случайно совершенно. Поэтому будьте любопытны, ищите. Вот если у вас свербит какая-то тема, ищите здесь, ищите там, ищите здесь. 100 раз поищите, 1 раз найдете. Допустим, вас интересует, как создавать торговые роботы без программирования. Вбили в Яндексе, нашли. Что-то сложное, я не знаю. Так, если вопросов больше нет, спасибо большое за внимание. Еще раз напоминаю, что если интересует презентация, плюс если какой-то вопрос есть, пишите, буду рад ответить. Смотрите обучающие ролики на канале Alpari в YouTube, ищите информацию, четко понимаете, что вы предприниматель, что у вас уже есть первый клиент. Как вы думаете, кто? Да, конечно, немножко уж шизой попахивает. Но есть и управляющий инвестор в одном лице. И от того, насколько вот этому клиенту понравятся его результаты, которые вы даете как управляющий, как бы есть ли будущее вообще вашего бизнеса или нет. Поэтому вот, в принципе, вот кто-то так остается, кто-то, у кого-то инвесторов больше становится, у кого-то меньше. Но это нужно тоже понимать, что вы... То есть ремесленничество здесь, оно такое... Только в кайф хорошо работает. Вот мне нравится, я там смотрю. Мне рассказывали историю в одном из городов. 3 предпринимателя по пятницам собирались в офисе, открывают счет, коньяк, сигары. И вот я туда считаю, пойдет, а я сюда. И вот у них там 3 часа есть, там $10 000 есть. И вот чем не развлечение? Это цель. И они успешны в этом. Но для них это успешность. Хорошо. А почему-то многие вот так себя ведут в реальности, но думают, почему их не получается. Потому что они пьют, курят и балдеют. Хотя, ну, я считаю, что все 100% трейдеров успешны. Просто один успешен в потере денег, другой успешен в том, что всю жизнь торговать на демо-счете, он в этом вообще преуспел, я считаю. А кто-то успешен в том, что зарабатывать деньги, при этом тратить столько времени, сколько он хочет, а не сколько у него так получается. Поэтому вот тут секретов-то особых нет. Так, тогда давайте на сегодня все. Да, да. Личного характера.
пользы, вот, с чем вам, как трейдеру, предстоит столкнуться в своей практике? Ну, что пришлось исправлять, самое важное, в себе, для того, чтобы получить результат? Ну, тоже хороший такой вопрос. Вопрос, ну, он, опять же, не связан с трейдингом как таковым, потому что мы понимаем, это понимать, что у меня есть личные границы, я должен их защищать. То есть это вообще тема не в трейдинге, это вообще, ну, знаете, что нас там приучают терпеть, не высказывать свое мнение где-то, если нам что-то не нравится. То есть мы вот это терпим, у нас это все кроется внутри. Когда мы приходим в таком состоянии в трейдинг, мы начинаем злиться на компьютер, потому что мы там не высказали это, да, нас толкнули в очереди, мы, ой, извините, хотя что это мы извиняемся-то? Нам надо сказать, отойди, пожалуйста, вы мне наступили на ногу, извините, пожалуйста. То есть вот это проявление агрессии здоровое в трейдинге, оно на миллион долларов, потому что вы понимаете, что то, что происходит, это мой результат. А люди, которые начинают торговать дома, у них не получается, они, может, видели ролики, когда там кто-то вот крушит все. То есть у него вот эта агрессия, она не дает ему адекватно воспринимать. Вот все же говорят, что психология, вернее, эмоции – главный враг трейдера. Так вот, агрессия не проявленная – это самый главный враг. Поэтому, когда я это понял, я просто занимался психологом. И кому это нужно, тоже мне напишите на почту, я вам скажу как бы адрес сайта, где я лично занимаюсь. Опять же, это не реклама ни в коем случае, просто то, что я использую, я об этом с удовольствием говорю. И один из нетривиальных способов увеличить прибыльность не только тренинга, а бизнеса, это именно как-то взращивать свою личность. Потому что хуже нет трейдера, как в теле там взрослого мужика, когда там ребенок сидит, что-то торгует. Это с ним невозможно общаться, когда он приходит и говорит, что такое, что происходит, почему? Все виноваты, это меня обидели. Ну, это такой подтекст. Хотя ты понимаешь, слушай, а ты вообще в теме, ты куда пришел? Там на проскальзывание я потерял депозит. А ты когда торговал? Время новостей. Там депозит $10, пытался закрыться, когда новость вышла. И при этом все враги, кроме него. То есть вот это пример, когда человек, он не совсем понимает, что происходит. Еще и лотом 1/10. Больше даже. Поэтому вот, еще раз говорю, если вы занимаетесь тренингом, и вам это не в кайф, что-то вот не то. Вспомните, вот, когда вам там наступили на ногу, или вам... вас подрезали, как вы себя... Вот знаете самый главный тест? Какой у вас автомобиль? Когда вас подрезают, какое у вас ощущение? Если жесткая злость, это сигнал. Ну, подрезало, ладно. Уезжайте от него, пусть он уедет подальше. Зачем вам вступать в перепал? Вы разве его научите? Ну, конечно, сбитый-то, конечно, можно каждого научить. Но я к тому, что именно о реакции, потому что то же самое здесь. Вас подрезал не кто-то, а рынок, грубо говоря. И вот это... Вместо того, чтобы понять, так, все правильно, да, форс-мажор, он был учтен, здесь у меня лишь 5% от депозита, я к этому был готов. А другой начинает, слушай, не, иди сюда, там, ты куда поехал, там, давай. И за ним начинает гоняться, грубо говоря. Это до смешного, но это модель один в один. Поэтому много вот таких вот маркеров, да, то есть маркеры – это то, что когда сигнализирует какое-то наличие проблемы. То есть если вас подрезали, и вы кипите, задумайтесь, а есть ли похожее в трейдинге? Если вас толкнули в очереди, и вместо того, чтобы сказать так, или физически отталкивать, отойдите, пожалуйста, то есть вы границы защищаете, это одно, а если, ой, пойду-ка я подальше. Ладно, если он псих с автоматом, нужно, конечно, убегать, а если он просто там толкнул, он такой, ой, извините, я вас задел, то есть он может нормально, адекватную реакцию. То есть вот это такое, комбинация вот этих вещей, но... Знаете, что такое как бы сильный человек, который знает свои границы, не нарушает чужих? То есть много людей, таких психопатической личности. У меня психолог, однажды пришел клиент. Я ей, очень странно, я проговорил ей о нем. Она говорит, вы с ним, пожалуйста, аккуратнее, у него легкая психопатия. Что такое человек с психопатией? Это очень интеллектуальный человек, но который не видит чужих границ. Он приходит, так, я ваш клиент, ты что тут сидишь? Да кофе, ну я же ваш клиент. Ты как с клиентом общаешься? То есть они начинают вот это вот явное нарушение границ, но при этом он очень умный. Он четко все понимает. В другой ситуации он ведет себя по-другому, но вот иногда он вот позволяет себе. Поэтому давайте тему закончим, потому что можно о ней долго говорить. Лучше просто это делать, да, прорабатывать, понять. Просто подумайте в жизни, где у вас вот есть такие точки, которые вот где вы вспылили, как-то прореагировали, и вам было очень плохо.
У меня были тоже такие примеры. Я когда прихожу к психологу, я все об этом ей рассказываю. Мы начинаем новые стратегии встраивать. Потому что если нет стратегии, я буду реагировать, да, я буду гоняться за ценой по монитору. А если есть стратегия, которая понимает, так, а ты почему себя так ведешь? Что такое? Спокойно, можно ли это предугадать, там, так далее, так далее. Поэтому давайте закроем тему. Еще давайте вопрос один, если есть. Как обращаться на записание? Владимир. Так, что, вы отрубать? Так, давайте тогда поблагодарим Владимира. Спасибо большое, что уделил нам времени, заехал в наши края, рассказал много интересной информации. Вот, все контакты Владимира свои оставил, всегда можно обращаться, очень открытый человек, всегда постарается уделить немножко времени вам, да, и рассказать то, что вы спрашиваете. Ну, а сама запись клубного дня будет на канале YouTube, но уже в понедельник, так как мы тоже люди, у нас тоже выходные, у нас тоже пятница, вот. Поэтому всем хороших выходных, набирать сил, переварить информацию, и уже в понедельник встречаемся с вами на следующих наших мероприятиях. Всем пока и до встречи. Спасибо, что пришли.